я когда попал в кассу в первый раз, я понял, что вот это прям школа мечты. И туда было приятно приезжать, и вот так-то, ну вот. Видимо, это было какое-то лендёвое наслоение. Он как-то очень по-другому вел женщину. Вроде бы совершенно непривычно, и совершенно было видно, что как бы ей комфортно, понятно. Но тогда это было типа, чувак, ты кто такой? Федька — человек, который очень... Ну, совершенно забывает часто про себя в своем стремлении что-то принести людям. Ну, как бы это то, как он проживает эту культуру. Да? То есть ему необходимо этим как-то поделиться. Причем вне зависимости, это в зале или, не знаю, там, во время обеда или на вечеринке, или все равно. Наверное, это абсолютная искренность, открытость и, ну, вот так о чем-то сейчас с Федей, абсолютно на любые темы, это всегда прекрасно, потому что ты всегда знаешь, что он скажет то, что он думает, без всяких там прикрас. Этого сейчас очень не хватает, по-моему, в тусовке в целом. Он, сука, начитанный. У него достает какие-то книжки, про которые мы вообще не знаем. Он сейчас понятно, что копает в сторону Black Dance, вот это вот все корни. И этих корней он там накопал уже просто какие-то самосвалы. Потом выясняется, что это все как бы очень связано и очень прикольно. И, в общем, вот он как исследователь, такой историк-исследователь. Он абсолютно такой человек идеи, причем идеи как бы у него очень такие... полезны, очень важные для танцевального сообщества. Он этими идеями, их множество горит, вот, и светит, что называется.